Че, куда он ушел? Поле, понял. Так, все, у нас судья идет. Сейчас будет выход команд. Ильмир, звук хороший, нет? Все. Итак. Встречаются две команды «Строитель» 12 года и 13 года. Телефон активно звонил. Так, стартовый состав нашей команды. Минеев, Якубов, Колесников, Афанасьев, Брагин. Матч начался. Брагин. Здесь. Минеев. Афанасьев. По краю на Колесникова. Колесников в центр на Минеева. Удар. Счет открывает команда «Строитель» 2012. Якубов. Спокойно. Минеев прессингует. Ищи. Команда «Строитель» 12 года в атаке. Ай! Тёма, лучше, Тёма. Останься здесь. А чё ты? Тёма, хорош. Да, подержите. Удар. Карин. Давай. Развлекай, не надо. Вот здесь вот, к нему подойди. Как он принял? Якубов. Вместо Якубова появляется Сафин. Минеев попрессинговал. Чеботарев. Сильно вперед. Брагин. У нас вратарское дерби. Сегодня Брагин, Чеботарев. Ребята вместе тренируются.
Минеев на Гараева. Да, поработаем, поработаем, Артём. Выше. Афанасьев. Ближе. Быстрее, ближе, да? Как говорится, на воротах встретились два воспитанника одной школы. Тем будет интереснее посмотреть их дерби. Минеев. Передача. Минеев прессингует. Отбор. Удар. Перекладина спасает сейчас Чеботарева. Сафин на Мигараева. А, повезло сейчас Мирону. Перекладина сыграла за него. Афанасьев, перехват. Карим, ближе, Карим. Брагин далеко на Минеева. Брайан. Счет матча становится 2-0. Опять провалились мы в коридоре. Отличная передача Гараева. Минеев. Гараев. Гараев удар. И защитники принимают удар на себя. Не возвращаются наши игроки, не успевают. Счет матча становится 3-0. Брагин. Брагин. Феерию сейчас показал Брагин. После первого удара успел встать, перевести мяч в перекладину. Вниз положить кто-нибудь, а? Якубов вместо Сафина появился на поле. Еще. И штрафной зарабатывает. Давай, давай. Вместо Гараева появляется Колесников. Вратарю, иди, гуляй. Вратарю, иди, гуляй. Вот встань просто, стой. Так, счет, по-моему, все так же 3-0 у нас. Брагин. Зачем? Накрывают удар. Эмиль, зачем? Уже можно было бить. Брагин его из дальнего угла вытаскивает сейчас Алан. А прижались наши ребята, отдают расстреливать. Батарев сильно и не точно. Мирон, стой лучше спокойно. Брагин сильно вперед. Карпетян на поле появился вместо Афанасьева. Минеев.
Сеть. Да, верни, сеть. Отлично, Рамир поборолся. Сам разбегается. И три в одного бегут. Команда «Строители красные», так называемая. Брагин должен быть первый на мяче. Да, Брагин первый на мяче. Якубов. В центр на Минеева. Минеев на Колесникова. И Колесников убегает. Нет, в последний момент защитник успевает вернуться. Команда «Строители синие». Давайте я все-таки их буду по форме называть. Карапетян. Брагин. Да, делай сразу. Счет становится 4-0. Не поняли сейчас Брагин с Карапетяном друг друга. Кто должен был быть первым на мяче? Колесникова появляется Гараев. Удар. Брагин из-под перекладины достает, отбивает. Гараев принимает удар на себя. Минеев поборолся. Карапетян. И автогол. Гол забивает Якубов. Счет 4-0, да, или 5-0? А, 5-0, спасибо. Счет в матче 5-0. Опять потеря. Минеев не ждет эту передачу. Гараев поборолся. Колесников. Брагин. На Минеева. Удар. Минеев. Сильный удар. Мирон на месте. Сильно вперед. Колесников первый на мяче. Колесников перехватывает. Первый тайм закончен. 5-0 в пользу команды «Строитель синие», 12-й год.
отлично сделал. Так, в команде, в нашей команде строитель, замена на воротах появляется Юнусов Амир. И на старт четверка выходит Гараев, Загайнов, Якубов, Афанасьев. Братарь, готов? От ворот будет вводить мяч Янусов. Загайнов. На линию, поставь мяч на линию. Мирон, подожди. Мирон, подожди. Загайнов. Вместо Загайнова на поле появляется Шакиров. Удар. Ворот. Юнусов Амир будет вводить. Юнусов принимает удары на себя, отбивает мяч в аут. Серия рикошетов. И мяч остается у команды «Строитель» белые. Вместо Шакирова появляется Минеев. Простили сейчас нас команды «Строитель» синий. Вместо Якубова появляется Сафин. Гараев будет вводить мяч. Строитель синий перехватывает, опять выбивают мяч в аут. Еще раз. Перехват. Вот, отличный выход.
Ох, как прекрасно сейчас Юнус вытащил из угла. Юнусов, Афанасьев, в центр Минеева. С мячом команда «Строитель» синие. Юнусов. Перехватил прострел. Сафи накрывает удар. Выше ворот добивание. Сильный удар вперед, перекладина. Игораев побежал. Нет, не успел Искандер. Чеботарев, вратарь команды «Строитель» синий, сейчас опасно пробил в перекладину. Вместо Сафина на поле появился Якубов. Прострел. Вместо Гараева Колесников. Минеев должен увидеть, да, передачу Колесникову. Счет становится 6-0. Не смог зафиксировать Юнусов мяч. Юнусов. Юнусов добивают. Первый удар Амир отразил. Ну, добивание уже завершили. Вместо Якубова Сафин. Счет становится 7-0. Афанасьев Минеев. Минеев на Сафина. Хорошо. И над перекладиной мяч пролетает. Вместо Афанасьева на поле появляется Карапетян.
Отличная передача на Сафина. Чеботарев на месте также. Штрафной. Команде строителей синих смена. Карапетян с мячом. Оставляют одного игрока в центре ворот. И в пустые ворота практически игрок команды «Строитель синий» забивает. Счет в матче становится 8-0. Вместо Сафина Якубов. Чуть выше ворот мяч пролетает. И все, матч закончен.